С раннего утра у торгового комплекса выставили плотные полицейские кордоны. Из-за ЧП работа ярмарки была приостановлена. Поначалу к павильонам не подпускали даже их владельцев. Возгорание произошло в зоне, где продаются промышленные товары. Пожару присвоили высший класс опасности. Вот такие снимки были опубликованы утром на интернет-форумах. Столб дыма заметили даже те, кто проживает на окраине города. Горит рынок ярмарка со стороны контейнеров. Огонь сильный. Много дыма. Трудно сказать, что там хранится, но там что-то это взрывается время от времени. Не то, что взрывается, этот, какие-то хлопки слышны. Тут точка по электрике там началось. Пожар с нее вроде как, говорят люди, очевидцы. Там точек где-то, наверное, 3-4 точки, наверное, точно горят. Сгорели, наверное, даже уже. К месту ЧП были стянуты порядка 10 пожарных машин. Тушить огонь приходилось не только водой, но и специальной пеной. Поначалу подобраться к контейнерам было невозможно, внутри взрывались банки с красками. Вообще, говорят очевидцы, здесь хранилось огромное количество горючих и строительных материалов. Сложность заключалась в том, что торговые контейнеры металлические, естественно, они были закрыты. Есть торговые контейнеры с бытовой химией, с горючими материалами, химией лакокраски. Пламя разгоралось стремительно, площадь пожара превысила 300 квадратных метров. Ликвидировать огонь удалось только спустя час. Было уничтожено 7 контейнеров. Удалось не допустить распространения огня на все контейнеры. Пожар был ликвидирован в том объеме, в котором был принят на момент прибытия первых пожарных подразделений. Ущерб еще предстоит подсчитать, но уже очевидно, что счет пойдет на миллионы. Очевидцы говорят, что один из предпринимателей здесь торговал дорогостоящей техникой. Контейнеры и все, что хранилось в них, было сожжено дотла. Предварительная версия – замыкания электропроводки. Конкретные выводы сделают позже, когда свою работу завершат эксперты пожарной лаборатории. А после в МЧС намерены проверить, соблюдают ли их требования другие предприниматели. Дмитрий Ковалев и Расиль Мухаметов. Республика.